Так, мы в кафе «Белый лев», в сафари-парке «Тайган». Выбор тут из еды небольшой. Взяли вот рис 200 рублей порция, тефтели 150 рублей и чай, чайничек 100 рублей. Вот. Приятного нам аппетита! Парковка, ребята, на Тайгане. Вот такая вот она. Большая, казалось бы, но людей, видимо, невидимо. Очень много. Еще покажу на выезде.